не будем сомневаться в том, что преподает нам сегодня церковь. А церковь преподает нам сегодня еще одно напоминание о жизни будущего века. Потому как жизнь за Богом существует. Сомневается в этом Бог или не сомневается, верит в это или не верит, должно однажды человеку умереть, сказал Иисус Христос, а потом суд, потом за все придется отвечать. Ну давайте сегодня жить по-христиански, оплачивать в предстоящем посте свои грехи и уже постараемся из всех сил к ним не возвращаться. Это не значит, что мы все грешники, нет нам упования. Есть, потому что Святая Церковь напоминает нам, нет такого греха, чтобы не простил Бог. Давайте не глубину этой подготовительной недели. Бог есть любовь, Он ждет каждого грешника. Единственный грех, который не может быть прощен, потому что все грехи, любые грехи будут прощены Богом, кроме одного самоубийства. Почему? Потому что после него невозможно покаяние. Есть реальный рай Божий, Царство Небесное, которое мы сегодня просили наших слов. Есть реальный ад. Переводят еще отцы. Ад – это поздно. Ад – это поздно. Поздно каяться, поздно молиться, поздно проститься, поздно прощать, поздно любить и опоздать. Все должно тебе, каждому человеку, умереть. А вот потом, в чем заставит Господь, то и судит. Вот почему христиане стараются каждый день, каждый час, и минуту, и секунду держать себя вот в этом христианском звании. Не обижаться, не гневаться, не раздражаться. И давайте тогда, дорогие братья и сестры, помолясь о своих сродниках, родных и близких, еще раз вспомним их любовь к нам, их жизнь, их радость, их учение, их падение и их восстание. И попросим Господа, чтобы Господь простил всякое согрешение всем нашим родным и близким, память которых мы сегодня совершаем. И потому правильно поступили те из вас, кто сегодня пришел к их подземелью. Потому что они, еще очень важная цель поминания родительских вселенских суббот, это не просто, знаете, вспомнить, а прийти перед Богом, помолиться за упокой душу и какую-то там клеточку принести на одному напоминание свой. Зачем это все делается? Наши усопшие уже не могут делать доброе дело. Они уже не могут. А мы за них это дело доброе можем сделать. За них, потому что этими добрыми делами мы благословляем Бога, мы и им облегчаем участь за гробом. И легко лучше, потому что наши близкие там Бога стало легче. Вот за это я всех вас хочу поблагодарить, кто пришел сегодня обрадовать своих услуг, тем самым вспомнить все то доброе,